Ой, какая вкуснятинка! Обалдеть! Вот в этом шаре вода. Ну, мы опять в штабе. В штабе мы опять. Сейчас подытожим все. У нас ничего не меняется. Меняться не будет. Короче, сальса-колбаска, помидорчики. Из-за этого коронавируса свезли, да, сегодня весь отель чужой. И свезли с других отелей людей, которые в таких отелях никогда не были, они в шоке. Короче, палочка-выручалочка тут у нас есть. Мы решили в отеле не оставаться, потому что там, похоже, привезли все, что можно. И мы решили приехать опять на Рублевку. Вот. Очень мне понравилось, что творится вообще в мире. В Италии, оказывается, разрешили гулять с собаками. И там эти собаки гуляют с утра до вечера. Они уже заколебались гулять. Просто люди передают соседям. И эти собаки гуляют с ними. Ну, я же говорю, мы на Рублевке. Вот, вернулись. Специально, чтобы не находиться в отеле. Заехали в магазин, все купили, помидоры, огурцы. Вот. На самом деле не очень весело. Не очень весело, пляж жуткий, все ругаются, все злые. Приехали какие-то ребята с Украины, они в хламину пьяные. Вот, это вот задний ход. Вот. Но не переживайте, все отлично. Я в порядке, дезинфекция. Мы своих не бросаем, всех ждем. Вот, все будет нормально, не переживайте.